моя любимая мясорубочка. Ого, получились печенье с начинкой из Баунти. Сейчас сделаем нутеллу со вкусом Баунти. Будет очень круто. Исключительный вкус, он такой необычный, но в то же время очень вкусно, обалденное сочетание. Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня мы попробуем перекрутить через мясорубку Баунти. Получится ли много маленьких Баунти или что вообще получится? Узнаем! Подписывайся на мой канал, а мы начинаем наш эксперимент. Я думаю, вы уже знакомы с моей мясорубкой Love, которая в последнем видео о перемалывании через мясорубку, когда я пыталась здесь перекрутить туалетную бумагу, сломалась. Я не знаю, работает она сейчас или нет, давайте попробуем, потому что, я переживаю и очень надеюсь на этот эксперимент. Моя любимая мясорубочка. Давайте же нажмем на кнопку и проверим. Мне аж страшно. Вердикт такой. Она работает, но она явно где-то неисправна, потому что, во-первых, вот этот вот носик, вот эта шеечка, она вот так вот, короче, перемещается, хотя этого не должно быть, она должна быть статичная, и там где-то внутри какие-то звуки. Думаю, мягкий Баунти она все равно перекрутит, и, наверное, придется мне какую-то замену этой мясорубки брать. Баунти, я думаю, она перекрутит. Давайте же попробуем. У меня на всякий случай есть 5 упаковочек Баунти. Я не знаю, сколько понадобится. Может быть, и 2, и 3, может быть, все 5. Поэтому давайте же начнем. Здесь моя тарелочка есть. И здесь еще есть моя собака, которая будет проверять, чтобы все здесь было вкусно. Джина также сегодня проверяла посылки от подписчиков, которые я открывала на своем канале о питомцах. Ссылку на мой канал о питомцах оставлю в описании под видео. Смотрите распаковку посылок там. Там, кажется, пришли сокровища. Посмотрите это видео после этого, а мы сейчас перекрутим Баунти для начала. Так, у меня есть еще толкушечка, не знаю, понадобится она или нет. Будем смотреть по настроению мясорубки. Бедненькая моя девочка. Давайте же запихнем первые 2 конфетки. Начнем с 2, а то мало ли чего. О боже, как я переживаю. Я так люблю Баунти и так люблю свою мясорубку, что переживаю и за Баунти, и за мясорубку. Но нужно начинать, иначе мы не узнаем, что же получится после перекрутки Баунти. Поехали, ребята. О боже. Господи. Господи, хоть бы она выжила. Ой, что-то не идет. А, нет, идет. О боже, что это? Итак, смотрим. Что, получился мясной фарш? Я перекрутила Баунти, вот кусочек немножко прилип. А в итоге получился фарш? Но нет, это только на вид, так? На самом деле здесь такой аромат мякоти кокоса. Давайте крупно покажем вам сейчас. Так, что, я вижу здесь вкрапление кокоса. Давайте я попробую. Шоколад немножко растаял. То есть здесь оно нагревается на самом деле. В итоге получились такие червячки. По вкусу, естественно, Баунти. Сам настоящий Баунти. Очень вкусно, боже ты мой. Я думаю, что даже можно будет потом намазать это на хлебушек. Вот что я думаю. И получить классный бутерброд. И будет нутелла со вкусом Баунти. Точно. Шоколад нельзя собачкам, Джина. Что ты делаешь? Статуя просящей собаки. Внимание. Что, ребят, давайте перекрутим еще одну пачку, чтобы получить хотя бы побольше количества. Потом попробуем с этим что-то сделать. Вкусняшечка, вкусняшка. Раз, 2. Поехали. Надеюсь, все будет хорошо. О, господи. Она прямо шевелится, вся мясорубка. О, еще полезли. Там что-то стучит внутри. Короче, вот так вот, ребят. Сейчас давайте я это все... О, такое теплое. Ого, смажу. Может быть, я попробую слепить из этого сейчас что-то. Здесь 2 шоколадки. 2 вот таких упаковки, 4 конфеты. Получается вот такое... Как бы немного. Давайте же слепим. Знаете, когда вот лепишь, понимаешь, что здесь есть какое-то масло в этих конфетах. Прямо вот у меня руки прямо жирные, в масле каком-то, не знаю. Да что, кокосовое масло. Получился такой батончик. Или можно еще слепить сердечко. Все что угодно, в принципе, можно слепить, потому что лепится легко. Предлагаю теперь воспользоваться этой массой шоколадно-кокосовой. Мне пришла в голову идея сделать печенье с начинкой из Баунти. У меня есть вот просто такие стандартные печенюшки. И сейчас мы сделаем между ними прослоечку из этой шоколадной пасты.
Мне кажется, получится очень вкусно. Аромат прямо баунти. Прямо кокосовый, сладкий такой. Боже ты мой, какая вкусняшка. Ну, баунти в мясорубке пошел нормально, по крайней мере. Вообще, у меня очень много на канале роликов с мясорубкой. Я что только не перекручивала, так что можете посмотреть приключения моей мясорубки. На моем канале много роликов. Так. И давайте теперь закроем сверху печенькой. Джина просто в шоке уже от происходящего. Так, закрываем печенькой. И получается вот такая печенька с начинкой, с кокосовой начинкой баунти. И мне осталось ее только попробовать, оценить. Ого, получились печенья с начинкой из баунти. Как пахнет. Итак, давайте я попробую печенье из баунти. Вкусняшка! Это очень вкусно. Сочетание на самом деле с печеньками у Баунти очень хорошее сочетание. Потому что Баунти сама, ну, вот эта паста, она получилась как бы жирная. То есть она прямо создана для того, чтобы ее намазать. И в сочетании с хрустящими печеньками это просто очень вкусно. Я даже не знаю, это капец как вкусно. Хоть реально вот приходят в гости, реально можно сделать вот такие классные десерты. Серьезно, очень вкусно. Вкусняшка. Жалко, Джина, тебе такое нельзя. Ребята, супер идея. Сейчас сделаем нутеллу со вкусом баунти. Будет очень круто. Итак, у нас есть, значит, наша паста, приготовленная заранее, и нутелла. И сейчас я эту пасту сюда, в общем-то, положу и перемешаю. И посмотрим, что получится. Попробую на вкус, попробую также намазать на печеньку. Ну, блин. Так, давайте начнем чуть-чуть. Сейчас вы все увидите, когда я буду намазывать. Смотрите, сначала я кладу этот кусочек. Он вроде бы такой, ну, плотненький, знаете. Но он под воздействием того, что нутелла достаточно теплая такая и вязкая, он начинает сам таять. То есть баунти начинает таять. И образуется вот такая вот шоколадная паста с кусочками кокоса. То есть вот эти вот вкрапления — это кокос. Слушайте, похоже прямо на конфет какую-то ореховую, если честно. Вкусняшечка. Ну давайте же еще чуть-чуть добавим, чтобы было конкретно ощущался вкус баунти. Может быть, это реально способ удивить гостей. Перемешали. Я думаю, достаточно. Дальше уже просто становится очень густо. Ну давайте же теперь намажем на печеньку то, что у нас в итоге получилось. С виду это ничем не отличается практически от нутеллы. То есть цвет тот же, только... Ой, Джина, ну хватит здесь своей слюной мотать. Практически цвет тот же, только видны некие вкрапления. Это кокос из баунти. Это же нутелла со вкусом баунти. Значит, так и должно быть. Какой же баунти без кокос? Намазали. Ну, давайте же попробуем. Очень-очень-очень вкусно. Это реально нутелла кокосовая. Просто кокосовая нутелла. Я никогда не могла подумать. В принципе, я бы сказала так, что нутелле, в общем-то, не хватает какого-то такого иногда кокосового вкуса. Вот честно вам говорю. Ой, какая вкусняшка получилась. Блин. Я, пожалуй, съем ложкой. Ура, я сделала это. Нутелла со вкусом кокоса. Это очень вкусно. Это получилось просто божественно. Я не знаю, это исключительный вкус. Он такой необычный, но в то же время очень вкусно. Обалденное сочетание. По рецепту Элли Ди. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах.